пошла! У молодого хозяина все хорошо? Молодой хозяин сказал, что нет проблем. Слышала, суд увеличит долю дани сукном из-за войны на севере. Шелк вырастет в цене. Если я не смогу найти надежный канал покупки, боюсь, моя жена побьет меня. Если ты спросишь, у кого шелк, то узнаешь, если уберешь цян и точку символы. Не могли бы вы сказать, что вы имеете в виду? Уберите цян и точку символа хун. Получится у, что означает ворон. Я слышал, суд купит дань тканью по высокой цене. Мы проиграем в этом или нет? Когда я услышала об этом, сразу пошла в магазин тканей и купила рулон шелка, иначе я не смогу позволить себе его купить. Семья Су монополизировала шелк севера Тяньнина. Товар есть только в магазине тканей Дачуань. Слышал, в магазине тканей Дачуань недавно разместили заказ нового шелка. Иди, спроси об этом, чтобы увидеть, правда это или нет. Слышал, партию шелка с севера Тяньнина скоро продадут. Хозяин все будет продавать по самой высокой цене. Барышня Юань, новости надежны? Шелковые торговцы приезжали сюда на ту неделю, так не и сказали. Не могли бы вы сказать мне то, что вы сказали, правда или нет? Прибавим цене, если мы будем вместе. Не можем себе это позволить. Семья У не продаст шелк из источников Тяньнина. Мы не можем позволить им покупать шелк севера, правильно? Где Сюэ Цинь купил шелк? С севера, говорят. Порог магазина ткани Дачуань почти повредился из-за людей. Туда ходил им отряд локальной мужсу. Отец, я подпишу договор заказа прямо сейчас. Подожди. Почему Сюэ Цинь продает его, вместо того, чтобы оставить себе? Никто не знает, кто купил шелк на севере Тяньнина ранее. Почему он внезапно оказался в руках Сюэ Циня? Отец, вы думаете, это уловка? Хозяин, молодой хозяин, у меня есть способ, позволите мне сказать. Управляющий Си один из нас, можешь сказать? Да. Шелк Сюэ Циня может быть заказан вторым господином семьи Су. Я слышал, комиссар Хань просил у второго магистра Су передать шелк Нины. Если Нины будет сотрудничать с Сюэ Цинем, чтобы отправить сообщение. Ты думаешь, Нины пытается создать иллюзию покупки шелк, чтобы зацепить семью У на удочку? Твое сообщение правдиво. Хотя я оставил семью Су. Я все еще могу узнать о происходящем. Теперь у нас достаточно шелка. Может, подождем и посмотрим? На случай попадания в ловушку Нины. Управляющий Си, то, что ты сказал, имеет смысл. Это большая сумма для покупки шелка. Нам лучше подождать посмотреть. Да.